Спикер Верхней палаты парламента Маулен Эшимбаев заявил, что женщин во власти должно быть больше. В кулуарах Сената он отметил, что не исключает возможности председательства женщины в Мажилисе. Женщин должно быть во власти больше. В Сенате, Мажилисе, в правительстве, в местных исполнительных органах. И я думаю, что в этом направлении мы движемся, и я уверен, что в этом составе, ну, я считаю, что, наверное, в этом составе Мажилиса женщин все-таки будет больше, чем в предыдущем составе. Поэтому будем активно работать над тем, чтобы поддерживать женщин. Спикер уверен, что во главе Нижней палаты парламента будет подготовленный и профессиональный человек. Учитывая высокую конкуренцию и активность одномандатных кандидатов, по его словам, на эту должность пройдет наиболее достойный. При этом многое будет зависеть от того, какая партия наберет большинство голосов. То есть, если одна партия получает большинство, соответственно, эта партия может выдвигать своего кандидата, и учитывая, что у нее большинство, можно ожидать, что этот парламентарий, этот депутат Мажилиса получит поддержку палаты.